Привет из Грузии, из города Тбилиси. Я Гурам Джаяни, руководитель ансамбля «Мзиори». Наш коллектив существует уже почти полвека. То есть в следующем году мы будем праздновать наше 50-летие, золотой юбилей. Мы рады приветствовать 15-ю международную творческую встречу. Хочу пожелать всевозможных творческих успехов, потому что это очень доброе дело, очень нужное дело. И мы всегда рады встрече с любыми зрителями. Мы очень рады, что существует такая маленькая ниша, несмотря на все трудности теперешнего периода. Несмотря на то, что страны закрыты, к нам никого не пускают, мы никуда не можем уехать, но, слава Богу, существует интернет, и мы по средствам интернета можем объясниться вам в любви, в дружбе, в верности, и до новых встреч! Yeah.
Тамара Худжева. Мне 11 лет. Я солистка Мзиурин. Я рада снова участвовать в этом проекте. В прошлом году я была в Кишиневе и полюбила ваш зеленый город. Спасибо организаторам Саньке Шоповой и Наталье Барабашниковой за любовь и дружбу. Я присылаю песню, которую я исполнила в Болгарии на фестивале конкурса «Планета счастья» и стала лауреатом первой степени. Сарак с полом, и Сеуса с родным.
Grubel stukav ghe, mindavel urma, kareb mam dion. Shahed etza, zalian lurji da usabamo. Zasharevia tetri grubeli, me khvashi adira gorda. Maybe more.
Уважаеми дами и господа, състава от Грузия ще се представи с още два танца малко по-късно в програмата. Сега отново посрещаме участници от Ереван, Армения. Представям ви Звътнот Ренесанс фондация, която ще изпълни няколко свои песни. Различни изпълнители ще има тук на нашата сцена. Самвел Галстян е художник. Сера Сухов, Филисис, Скола Оп.